Затонировать лобовое и боковое стекла в своем автомобиле водители любят, а вот расплачиваться за это не особо. По городу постоянно ездят автомобили с темными стеклами, которые первые попадают под взгляд сотрудников ГИБДД. Вот и сейчас рейд по тонировке только начался, а уже есть первые нарушители. 36. Штраф водителю придется заплатить в любом случае, и он небольшой. Госавтоинспекция обращает внимание, что за управление транспортным средством, на котором установлены стекла, в том числе и покрытые прозрачными пленками, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента, предусмотрена административная ответственность в виде административного штрафа в размере 500 рублей. Штраф хоть и небольшой, однако влечет серьезные последствия. Водитель может или удалить тонировку на месте, или получить требование об административном правонарушении. Если через определенное количество дней человек нарушение не устранит, то ему грозит вполне серьезный административный арест до 15 суток. Поэтому водители предпочитают тонировку срывать. За несколько часов сотрудниками госавтоинспекции выявлено 17 нарушений. Все они связаны с установкой дополнительных предметов или нанесением покрытий, которые ухудшают обзор водителю. Подобные профилактические мероприятия продолжатся и в дальнейшем. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».